Платить, блять. Пообещал человеку сделать такой на халяву, да, дескать. Вот, они а потом уже потом начинают... на халяву начинают требовать. Да, требовать и оскорбляться да. Еще. Да, это вот так не надо. Слушай, тут нам Александр Евгений Кузнецов говорит, здравствуйте, сегодня 40. Слушай, у вас с момента появления комедии радио. Как обычно, валюте погоде, официально курс доллара 57, 44 копейки, евро 64,28. Сейчас в российской столице 10 градусов, днем как обычно. Surprise, motherfucker. Горит. Все, падает! Я же говорю! Хорошо, что не на машину. Блять! 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 Спили там, блять, ебаный! Управлением на выплату.
квартиры в доме. Кроме того, он очень выступает за введение обязательной процедуры дактилоскопии для мигрантов при прохождении кризиса. Трат 206В, а также на авторазвязке Барнаул-Бист-Новосибирск. 4 недели ударных скидок в индекс. Только 16% скидки на товары для кухни до 70%. Это у нас в Кинчиколе так гайцом гоняют. Такое-то в такое в Кинчиколе только может быть. Не то.